Ночь на 30 января для многих анапчан выдалась тревожной. Шел снег, дул ураганный ветер. Жителей, живущих рядом со спортивной школой «Олимп» поселка Виноградного, разбудил сильный грохот. Оказалось, порывом ветра сорвало часть новой металлической кровли, которую руководство школы установило совсем недавно. О чрезвычайной ситуации сразу сообщили в сельскую администрацию. Так как имеется под ней еще старая кровля, поэтому пока здание сдерживает натиск стихии, подождать, пока ветер стихнет, потом начать какие-то ремонтные работы, чтобы не было угрозы жизни и здоровью рабочих, которые будут это все выполнять. Порывы ветра привели и к точечным энергоавариям. Стихия вывела из строя разводящие сети и высоковольтную линию, которая идет от подстанции «Виноградная». Сейчас, по нашей информации, бригады пытаются устранить все обрывы и восстановить энергоснабжение, пустить электричество в дома. Утром многие добирались до мест работы и учебы дольше, чем обычно. На заснеженные дороги рискнули выехать далеко не все автолюбители. Из-за метели видимость ограничена. Между тем, жителям Кубани еще только предстоит испытать основной удар стихии. Светлана Авилова, Алексей Мхортов, Анапа-Регион.